В Вологду пришел сезон простудных заболеваний. Предпорог превышен на 25%. В связи с этим с 5 февраля Роспотребнадзор вводит в регионе ряд ограничительных мероприятий. Подробнее об этом Александра Шер. За минувшую неделю в городе зарегистрировано около 3800 случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей это в два раза больше. Увеличение числа заболевших регистрируется во всех возрастных группах, однако больше всего среди школьников от 7 до 14 лет. В целом по области более 13 тысяч человек обратились за медицинской помощью по поводу вирусной инфекции. В связи с превышением эпидпорога с 5 февраля на территории области вводится карантин в учреждениях образования, торговли, социальной сферы и обслуживания. По детским садам утренние фильтры в обязательном порядке должны проводиться, проветривание, кварцевание и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Школы практически то же самое, масочный режим, влажные уборки как можно чаще проводить. И дополнительно при отсутствии в классе 20 и более процентов детей, отсутствующих по причине заболевания гриппом и ОРВИ, необходимо распускать класс. В лечебных учреждениях будут введены ограничения на посещение больных, а в торговых точках и сфере обслуживания – масочный режим. Предписание Роспотребнадзора также будет ограничивать проведение культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Вологжанам же специалисты советуют в целях профилактики принимать витамины и больше бывать на свежем воздухе. Добавим, что в профилактических целях с 3 февраля на неделю раньше начались динамические каникулы у первоклашек муниципальной школы «Созвучие». Также в связи с мерами профилактики сейчас решается вопрос о досрочном распуске на каникулы первоклашек 31 и 26 городских школ. Александра Шер, Михаил Протасов, Вологда, Портал.